Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам про уход за Сиба Ину. Смелость, независимый характер и высокий интеллект – таковы основные отличительные черты Сиба Ину. Представители породы идеально подходят в качестве питомцев активным людям. Эти собаки не представляют своей жизни без регулярных, серьезных физических нагрузок. И это не единственный нюанс, который необходимо учитывать при содержании Сиба Ину. О чем еще нужно помнить, собираясь завести себе представителя породы? Давайте подробнее рассмотрим основные особенности ухода за этими собаками. Шерсть Сиба Ину устойчива к загрязнениям, но все же требует ухода со стороны хозяина. Представителей породы необходимо вычесывать раз в неделю. В период линьки лучше делать это ежедневно. Также важно периодически подрезать отросшую шерсть на подушечках лап собаки. Купать питомца рекомендуется по мере загрязнения. Сиба Ину необходимо социализировать и дрессировать с самого детства. В противном случае во взрослом возрасте эта собака может быть упрямой, непослушной, даже агрессивной по отношению к окружающим. При дрессировках важно вести себя с животным строго, но не грубо. Сиба Ину должна видеть во владельце лидера, а не бояться его. Сиба Ину идеально подходит для жизни в загородном доме. Эти собаки обожают гулять и резвиться на свежем воздухе. В небольших городских квартирах представители породы также могут жить комфортно. Правда, для этого им необходимы регулярные, серьезные физические нагрузки. Специалисты рекомендуют гулять Сиба Ину 3 раза в день, минимум по полчаса. При этом в каждый выгул важно включать элементы игр и дрессировки. Сиба Ину плохо уживается с другими животными. У этих собак хорошо развит охотничий инстинкт, плюс они склонны к доминированию. Также важно отметить, что представители породы сильно ценят свое личное пространство и могут эмоционально реагировать на попытку другого питомца вторгнуться в него. Питание Сиба Ину должно быть сбалансированным и разнообразным. Специалисты рекомендуют кормить представителей породы 2 раза в день, утром и вечером. Из натуральных продуктов этим животным больше всего придутся по вкусу телятина, нежирный творог и крупы. В целом Сиба Ину обладает крепким здоровьем, однако у представителей породы все же есть предрасположенность к некоторым заболеваниям. Среди них дисплазия тазобедренного сустава, рассекающая остеохондрит и вывихи коленных чашечек. Для предотвращения развития этих болезней необходимо регулярно водить собаку к ветеринару и внимательно следить за самочувствием питомца. Сиба Ину своенравная собака, однако правильный уход и внимание хозяина могут сделать из нее верного друга. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!